А ты работай, работай, как бы ты свою работу делал, я свою работу буду делать. Так это твоя работа, чувак. Нет, я имею в виду там шарить за всю эту хуйню. Ладно, продолжаем. Всем здорово, вы на канале Squad Board Shop, мы в магазине Squad на Полежаевской, ТЦ Хорошо, и сегодня я расскажу вам про бренд Ashbury и про сноубордические маски этого бренда. Бренд Ashbury основан в Калифорнии таким человеком, как Нино Джалали, известным еще тем, что он создал видео Grass. Челы, которые снимают просто пушечные видосы на сноуборде, если вы еще их не смотрели, надо обязательно смотреть. Если вы катаетесь на сноуборде и хотите делать это стильно, эти челы реально очень круто за все это шарят. Когда вы посмотрите видосы видео Grass, вы поймете, что чуваки топят за очень крутой стиль, очень круто катаются в стрите, и бренд Ashbury прямое тому доказательство. Я сам лично очень уважаю бренд Ashbury. Вот притащил сюда свою маску Ashbury калейдоскоп. Таких моделей уже больше не выпускается. На сайте Сквота они еще есть, можете урвать. Лично мне кажется, что эти маски – это как Ray-Ban Warfire в мире сноубординга. Супер стильные, круто выглядят. Дают офигенный обзор, у них есть разные цвета, у них есть сменные линзы, которые идут в комплекте. И я отдаю маскам Ashbury свое предпочтение. В этом году Ashbury полностью пересмотрели свою линейку. У них 4 новые формы масок, и они уже не делают старые модели. Вот. И сегодня я остановлюсь на каждой из этих масок поподробнее. Начну с модели Blackbird. Как мне кажется, это как раз-таки замещение вот этой модели калейдоскоп, они очень похожи. Вот, они доработали форму. Кстати, вот эта маска, которая у меня в руках, это именная расцветка райдера Joey Sexton. Joey Sexton – это просто венец стиля в мире сноубординга. Joey Sexton очень круто катается в стрите, давит прессы на гигантских длиннющих перилах. Он верен своему стилю на протяжении уже долгих лет. И если вы хотите реально вдохновиться крутым катанием, то надо посмотреть каждый его профайл. Все маски Ashbury сделаны из термопластикового полиуретана. Имеют в комплекте две линзы. Черную для катания в солнечный день и желтую, чтобы кататься вечером при освещении искусственном и в туман. Маски Blackbird представлены в 4 расцветках. Это вот такая расцветка Joey Sexton, вот такая серая расцветка с надписью Ashbury на стрепе, полностью черная и вот такая military расцветка с камо-стрепой. Все линзы Ashbury имеют 100% защиту от ультрафиолетовых лучей и покрытие антискрэч, которое защитит вас от мелких царапин в процессе эксплуатации маски. Линза в модели Blackbird плоская, не имеет дисторсии, что значит, что она не искажает углы обзора. Новая модель линейки Ashbury Mirage имеет футовую линзу и новую трехслойную конструкцию, что позволяет маске меньше потеть, когда вы катаетесь. Очень круто сидит на голове, и за счет вот этой самой трехслойной конструкции углы обзора еще шире. Интересный факт. На официальном сайте Ashbury эта модель уже в солд-ауте. То есть ее всю раскупили. Советую вам поторопиться. В сквоте они еще есть в разных цветах. Держайте. Следующая модель Sonic сделана в медиум формате. Она несколько меньше остальных масок, но инженерам Ashbury удалось достичь такого же обзора по углам, как у остальных масок, с меньшим корпусом. Также сделана из термопластикового полиуретана. Также имеет антискретч покрытие, маска не царапается. Такой форм-фактор отлично подойдет людям с небольшой головой, девушкам или детям.
И, наконец-то, четвертая топовая модель в линейке Ashbury Arrow с офигенным обзором. Просто видно все, ничего не мешает. И в чем прикол этой маски? Она имеет 9 магнитов, позволяющих линзе меняться вот с такой вот простотой. Также обратно ставится все вот так. Все те же самые технологии. Корпус сделан из термопластикового полиуретана. Линза не царапается, не потеет, легко отстегивается. В комплекте 2 линзы. Идет снег, вечереет. Вы поменяли линзу, поставили, кинули в куртку и погнали кататься. Воу! Ну и как я могу судить по собственному опыту, моя маска Ashbury, калейдоскоп прошлых сезонов до сих пор себя отлично показывает как в горах, так и в городе, что говорит о том, что Ashbury – это реально премиальный бренд за адекватные деньги в 2019 году. Ну вот как-то так, с вами был Boardshop Squad, выбирайте маски Ashbury, мы плохого не посоветуем.